Всем привет! С вами Илья Карифан, и я могу тебе помочь. Помните, у нас ежегодная ярмарка проходила? В этом году ее нет, но я футболку ношу, потому что она классная. И еще я символизм Калифорнии одел. City of Goodness, помните пикники иммигрантов? Кстати, говоря о пикнике иммигрантов. Завтра будет напротив парка, где проходил у нас пикник, встреча для иммигрантов, такая знакомческая, за кофе, за угощением, игры для детей, джамп-хаусы. Вечером, ну как вечером, с 4 до 8 этот праздник состоится. Если вы недавний прибывший иммигрант, хотите с кем-то потусить, пообщаться, познакомиться. Ребята из команды Soul организовали эту встречу, и она будет на территории церкви. Поэтому, если вы слишком боитесь, что вас принесут в жертву, попытайтесь избегать вообще этот район Orange Vale, десятыми дорогами объезжайте, потому что там насчитано 42 церкви, из которых русских, украинских много. Поэтому осторожно с верующими людьми. Немного небольшой сарказм. Говоря в завтрашнем дне, тоже утром, для детей устроен scavenger hunt. Такие игры, веселье, животные, всякие пони, представления, еда. В общем, такой праздник от команды Cornerstone Church. Великолепные ребята. Они, это те, которые делают романтические вечера, поездки на лимузинах. В общем, ребята не сидят на месте. Это тоже, кстати, церковь. Я не знаю, почему, что с нашим городом, что церкви делают всякие вещи, мероприятия. Может, они хотят всех в жертву принести? Задают глубокий вопрос. Там в комментариях просто пишут, и я даже не знаю, как ответить. А, говоря в группе «Эмигранты Сакраменто», Лана Паркер очень прикольно написала статью, ну не то что прикольно, полезную. Кстати, спасибо, Лана. Вы написали о аллергии. Меня эта тема актуально коснулась. У меня иногда слезы из нос текут аллергические. И то, что вы написали про лавровый лист, это очень актуально. И, кстати, у меня вот, оказывается, целые кусты или деревья растут лаврового листа. Кому это актуально, друзья, заезжайте без спросу. Берите, потому что я их не пользуюсь, а теперь буду. Завтра я ставлю стакан. Надеюсь, завтра буду проходить эту аллергийную профилактику. Мы настолько американизированные ленивые американцы, что уже не ходим по магазинам, а все покупаем с Амазона. Я не знаю, это хорошо или плохо, но когда тебе с Амазона шлют бесплатные подарки, как-то грех отказываться. Поэтому у меня постоянно вот эти штуки приходят. И ссылка в описании, если вы хотите, чтобы вам приходили бесплатно эти все вещи. Вот этот вот humidifier мне второй пришел. Ultrasonic, ну, там очень крутой. Humidifier, вы знаете, в Калифорнии довольно сухой климат. Humidifier с водой, а еще essential oil, если вы туда кинете эфирное масло, все, вы вечно здоровый человек. Подарю любому человеку, который прокомментирует первый под этим видео, мне нужен humidifier. Приезжайте и забирайте. Фри. Можно вставить еще эгоистическую рекламу? Это тяжелый jump house, домик, батут прыгающий. 16 на 16. Большой, тяжелый. В легковушку не влезет, надо на пикапе или на автобусике, или на джипике привозить. Ну, я привез на этой. Тоже это Prius. Кстати, без каталика уже второй месяц. Подскажите, кто заварить может. Забирайте на целый день. За 50 баксов могу дать. Но вы должны сами приехать, забрать, увезти и привезти. И вам нужно будет генератор, если вы в парке. Если дома, идеально. The Jump House, ну это такая эгоистическая реклама. Сори, что я так нагло пользуюсь. Сегодня не первое число. Все, кто частное объявление хотите выставлять, первое число любого месяца печатайте без лимита. Частное объявление. В нашей группе иммигранты. Что я пропустил? Мед. Кому нужен мед? В мае будет самый вкусный майский мед. Приезжайте, у моих родителей меда. Хоть, ну, купайся в ведрах. Не в ведрах, в бочках, в ваннах. Organic honey. А Миша самый лучший строитель в мире. Он уже столько нам построил, еще и строит. Все, на этом прощаемся. Все ссылки в описании. А, ну и забыл. Если вы еще в курсе о движении Atomy, у меня есть онлайн-стор-магазин, целая команда в Телеграме. Если вы еще не там, запрыгивайте. Парень сегодня мне звонил, ищет аренду. Это не только сегодня. Мне постоянно эти звонят ребят. У меня есть список аренды. Я ее постоянно обновляю, но не хватает аренды. Так вообще было всегда, но вот сейчас как-то прям напряг с аренды. Друзья, если у вас и вы знаете какой-то аренде, пишите мне. Я буду помещать ее в список своей аренды и пытаемся помочь новоприбывшим иммигрантам. Либо вы уезжаете на лето, хотите пересдать свой дом, если вам это можно, тоже это можно сделать. Я вам помогу найти ребят, помочь нашим ребятам, чтобы где-то жили. Все, ребят, хочу сказать, что наслаждайтесь осенью. Какой осенью? Весной. Погода такая еще была прохладная, такая приятно теплая и прохладная. Скоро лето настанет, вот тогда будет. Поэтому наслаждайтесь, дышите полной груди и
пытайтесь людям помочь. Не думайте, что я всем помогаю. Я эгоист, я пытаюсь направить на других людей, они помогают, а я просто типа помог. Все, с вами был Илья Корефан. До встречи, любви и хорошего воздуха.